И авария на железнодорожных путях. В Лесосибирске груженный лесом КАМАЗ выехал на нерегулируемый переезд, не заметив движущийся состав. Все случилось прямо в черте города в районе Южного промышленного узла. Автомобиль выскочил на рельсы прямо перед поездом. Затормозить машинист уже не успел. В результате две цистерны, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сошли с путей. К счастью, емкости были пусты. Это помогло избежать серьезных последствий. За рулем грузовика был 22-летний водитель. Он не пострадал, но будет наказан. Полицейские составили несколько административных материалов. За нарушение правил дорожного движения мужчине может грозить штраф и лишение прав на срок от 3 месяцев до полугода.